Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео вы познакомитесь с отелем Sunset Resort, который был построен около 10 лет назад. Впервые мы побывали в нем почти сразу после открытия. И в этом видео впечатление об отдыхе в этом отеле около 10 лет назад. Отель Sunset Resort находится на южном пляже в городе Поморье, всего лишь в 15 километрах от международного аэропорта Бургас и в 20 километрах от второго по величине города Черноморского побережья Болгарии. До самого большого туристического курорта Солнечный берег и античного города Несебр, который является архитектурным и археологическим памятником культуры и входит в список ЮНЕСКО, можно доехать всего за 20 минут. Гостиничный комплекс Sunset Resort расположен на самом морском берегу. Длина пляжной полосы около 400 метров. Песок мягкий и мелкий. Sunset Resort находится в непосредственной близости от дороги Варна-Бургас, но на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить спокойную атмосферу гостям. Южный пляж города Поморье простирается в Тихом заливе. Он является одним из самых безопасных и экологически чистых пляжей в Болгарии. Его длина составляет около 1 километра, а ширина доходит до 100 метров. Sunset Resort состоит из 5 апарт-отелей и 6 изысканных бульварных вилл с общей застроенной площадью 135 тысяч квадратных метров. 4 внешних бассейна, 2 пул-бара, водные аттракционы, расположенные более чем на 3,5 квадратных километрах, внутренние бассейны, искусственная река, которая извивается среди зеленых площадей с экзотическими деревьями и клумбами, детские водяные горки, кафе, коктейль, бары, рестораны, спа, wellness-центр, многофункциональный зал, спортивные сооружения, боулинг, магазины, детский клуб, салон красоты, подземный гараж, внешняя автостоянка – все это превращает Sunset Resort в изысканный европейский курорт с необходимыми удобствами для одного первоклассного отдыха. Количество номеров 770, типы номеров – апартаменты, описание номеров. В комплекс входят полностью оборудованные и обставленные апартаменты, высококачественная мебель ведущих производителей. Все квартиры и студии имеют лоджии, центральное отопление, кондиционеры, полностью оборудованные кухни и просторные ванные комнаты. Инфраструктура отеля. Водные горки с 3 водными спусками для детей. Вблизости от отеля находится новый Sunset Аквапарк. Гости могут посетить его за дополнительную плату. Пляж. Общественный песчаный, зонты, шезлонги бесплатно для тех, у кого все включено. У бассейна зонты, шезлонги бесплатно для всех гостей отеля. Информация об отеле. Построен в 2007 году. Тип здания апарт-отель. Число лифтов 6. Количество этажей от 6 до 13. 2 конференц-зала. 3 лобби-бара. 1 витамин-бар. 3 пляжных бара. 2 бар-бассейна. 1 кафе-кондитерская. И Sunset Cafe. Детская площадка 1 у апарт-отеля Альфа. Имеется комната хранения багажа в апарт-отеле Сигма. 1 спа-центр. 4 открытых бассейна. 3 с интегрированной детской секцией. 1 крытый плавательный бассейн. Бесплатный для гостей. Детский открытый бассейн перед апарт-отелем Альфа. Типы размещения. Апартаменты с 3 спальнями, апартаменты с 2 спальнями, апартаменты с 1 спальней и студио. Тип питания. All inclusive. Питание. Главный ресторан, шведский стол. Завтрак с 7 до 10.30, поздний завтрак континентальный с 10.30 до 11. В ресторане Сапфир обед с 12 до 14, ужин с 18 до 21. 2 раза в неделю тематические ужины. С середины июня до середины сентября обеды и ужины возможны в тематическом ресторане «Смарагд». 6 раз в неделю ужин доступен в гриль-ресторане по предварительной записи.
В дневное время с 15 до 17 выпечка, чай, кофе в барах отеля, работающих по программе, все включено. В одном из баров у бассейна мороженое с 10 до 17. С 22:30 до 1:30 гостям предлагаются легкие вечерние закуски. Местные алкогольные разливное пиво и вино и безалкогольные напитки, а также некоторые коктейли доступны для гостей с 9 до 23 часов 45 минут в ресторанах и барах, работающих по программе «Все включено». Для гостей, отдыхающих по системе «Все включено», бесплатно доступны бары на пляже, бары у бассейна, витамин бар и кафе «Сансет», а также в основном ресторане только безалкогольные напитки. Лежаки и зонтики на пляже для гостей по системе «Все включено» бесплатно. Настольный теннис бесплатный. Платный сервис. Подземная автостоянка, прокат автомобилей, сейфы в номерах, химчистка, прачечная, парикмахерская, косметический салон, почтовые услуги, Wi-Fi в лобби бесплатно в номерах 10 левов в день. Развлечения, спорт. СПА-центр платный, находится в корпусе Сигма. 6 саун, из них 3 сухих, финская, инфракрасная и 3 влажных. Паровая баня, сауна с морской солью, травяная. В СПА-центре предлагаются различные виды массажа. В Сигме находится тренажерный зал. Другие развлечения – настольный теннис, дартс, боулинг, бильярд, водные виды спорта на пляже, прокат автомобилей. Крытый бассейн с джакузи находится в корпусе Сигма. Длина 25 метров. Кроме этого, доступны стрельба из лука, пляжный футбол, пляжный волейбол, бильярд в боулинг-зале платный, велосипеды на прокат платные, гидромассажная ванна в спа-центре платная.